Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 27 июня. Я работаю вот в этом, в техническом проходе, про который я говорила, где у меня растут эти томаты-малыши в ногах у томатов-великанов. Я вот сейчас пришла обработать и, как всегда, делаю все сразу. Сразу делаю прополку, полив, рыхление, посынкование и привязываю вот эти великаны к веревочкам, которые закрепляю вот здесь, на высоте где-то, ну, около 2 метров. Потому что это томаты-гиганты. Я неделю назад показывала этот проход и объясняла, почему я именно так вот высаживаю. Потому что здесь такое место, где иначе ничего посадить нельзя. Вот за неделю можете увидеть, что вот эти малыши, которые были совсем маленькие, прям все-все-все начали покрываться завязями. Ну, крупные томаты, не крупные, а вот эти великаны, тоже все в помидорках. И вот сейчас я их привязываю, и как раз я хочу поговорить на одну тему, вопросы, на которые приходят часто, очень часто. Я не отвечаю, потому что печатать это очень долго. Сейчас один раз для всех и объясню. Еще я хочу показать вам буян. Вот здесь я показывала буян. Буянки я тоже привязываю к маленьким крошечным колышкам. Видите, колышек какой? Ну, сантиметров, наверное, 30. Хотя в рекомендациях написано, что эти томаты не надо ни привязывать, ни посынковать, я все-таки их укрепляю, к колышкам привязываю. Я сейчас объясню, почему. Это очень урожайные сорта, и вот сейчас они уже начинают обвешивать себя томатами. Томатов столько много, что в конце концов они все равно на какой-то бок накренятся. Вот у меня все-все уже... Видите, вот они. Но сейчас они маленькие, они буквально за неделю вырастут. Они будут все равно валиться в один бок. И у меня они, видите, как посажены раз на заваленке. Они будут вываливаться вот сюда на дорожку. Поэтому я вот такие, которые отходы у меня от палочек сломанных, ну, бывает, ломаются. Я всегда укрепляю вот такие маленькие урожайные томаты на палочке. Но я отвлеклась. Сейчас я расскажу вам о том, почему я не мульчирую почву. И в прошлом году, и в этом году очень часто приходят вопросы, почему я не мульчирую. Но вот всех этот вопрос очень как интересует. Ну что это такое? Все мульчируют, а я не мульчирую. Некоторые даже подумали, что я не мульчирую почву, потому что я знаю какой-то, как сказать, минус, существенный минус этого метода. И раз я не мульчирую, значит, метод плохой. Нет, это не так. Я не мульчирую не потому, что метод плохой, а по техническим причинам. Сейчас я вам все подробно объясню. Но для тех новичков, которые вот только-только начинают, я про само мульчирование тоже несколько слов скажу, что мульчирование – это очень часто применяемый огородниками вот такой агроприем для облегчения своего труда, для того, чтобы подольше влагу удержать в почве, для того, чтобы поменьше работать с землей, не рыхлить, не полоть, трава меньше растет. Корка, земля не прибивается во время поливов, корка не образуется. Плюсов много, но минусы тоже есть. Сейчас обо всем подробно. Мульчировать можно травой, сеной, соломой, опилками и хвойным еловым вот этим отпадом, ну, что падает с деревьев, и лесной подстилкой, вот листовой, где там листья с перегноем. Все это можно использовать. Сейчас пройдемся по плюсам. Вот люди, которые видят плюсы, что они говорят о методе мульчирования? Да, самый главный плюс – это длительное сохранение влаги. Реже нужно поливать, особенно в жаркий период. Если вы соломой вот так сейчас слой большой положите, конечно, будет она сохранять влагу. Второй плюс – ну, я уже говорила, не образует корочки. Обычно мы после полива вот сейчас польем, если будет жаркая погода, обязательно будет корочка, которую потом нужно будет прорыхливать. В случае с мульчированием корочка не образуется. Потом очень важный тоже плюс, это не позволяет сорнякам расти. Вот у меня сейчас чисто, я все прополола, но через неделю здесь уже появится трава. Мне нужно будет еще раз прополоть. А вот с мульчированием травы уже не будет. И еще один плюс, который, ну, кто-то называет, кто-то не называет. Вот в жарких регионах или когда стоит вот жара, такая погода, невыносимое жарище, мульча предохраняет все-таки вот этот верхний слой и корневую систему от перегрева.
корневая система не перегревается, и растения, как считается, легче переносят жару, потому что хоть им макушку печет, но зато в земле там у них прохладненько. Так, минусы. Минусы тоже есть. Вот тот, кто пользуется мульчой, кто начинал пользоваться, но бросил, он говорит обычно, объясняет так, что если погода сырая, если длительная, вот как у нас в августе, у нас может целый месяц идти дожди, вот в длительные такие дождливые периоды, мульча, конечно, начинает подгнивать, особенно если трава, если вот эта свежая трава, все это осклизнет, там собираются слизни, и это как благоприятная такая комфортная там обстановка для образования болезней. И так сыро, еще вот эта мульча мокрая, и многие из-за этого не пользуются мульчой. Потому что вот эти гнилостные процессы, они идут, там не поймешь, где уже мульча загнила и где сама фитофтора появилась, просто и без мульчи она была бы. И вот если посадок много, например, как у меня, конечно, это и трудоемко. Вы представьте, я вот только-только высадила эти свои 1500, вот эти вот бесконечные ряды томатов. Я их полила, успокоилась, а это мне надо было бы еще каждый укладывать вот этой соломой или травой. Ну и, конечно, если вы живете где-то не в деревне, вся эта солома, ты ее так просто нигде не возьмешь, ее нужно где-то искать, транспортировать. И вот у меня, я не мульчирую почву именно по этим техническим причинам. Я ни разу в жизни не мульчировала почву. У меня основные причины, почему я этого не делаю. Я живу в городе. Я живу в самом центре города Бийска нашего. У меня 5 минут, и там у нас вот мэр сидит. Если вот так посмотреть, я вам сейчас дам показать. Вот видите девятиэтажки, там массив. Все, это центр города, это наш район, вот так тут чудом остался, вот этот частный сектор. Но мы живем в самом центре города. У меня только выходишь 10 метров от дома, все заасфальтировано. Никто у нас газоны здесь не садит и не стригет, потому что очень дорогая земля, я уже про это говорила. Дорогая не в смысле стоимости, а в смысле того, что участки нарезаны очень часто, очень мало, потому что это город, а не пригород. И для того, чтобы поехать где-то покосить траву, мне нужно минимум ехать 20 километров в одну сторону, где кончится город и начнутся вот эти поля, или 20 километров в другую сторону. Естественно, я, во-первых, и по возрасту, и по занятости, мне некогда ездить, косить траву за город. Здесь, в городе, мне взять ее тоже негде. Я не могу пойти в парк, например, в городской. Там все всегда подстрижено, и никогда нигде травы у нас не добудешь. И я хочу вам вот признаться, это я не знаю, кто-то поверит или нет, я ни разу не видела в жизни замульчированный участок. Мне даже не пришлось, нигде нет возможности посмотреть, потому что я живу вот в городе, у моих соседей, у всех вот такая чистая голая земля. Потом вот в деревню к родственникам приезжаем, им там не до мульчирования, у них очень много соток, там 20 что ли, они тоже посадят и все, они тоже не мульчируют. И я вот умудрилась так прожить жизнь, что я не то что сама не мульчирую, я даже не видела ни разу замульчированный участок. И я не считаю, что я этим что-то упустила, потому что у меня и так хорошо все растет. Я все успеваю, зачем я буду себе лишние хлопоты доставлять? Потому что вот это, во-первых, да, транспортировка. Во-первых, про траву сказала, косить мне негде, добывать мне ее негде. Если покупать где-то солому, ехать в деревню, это нужна машина, это нужно время. У меня муж работает, сын работает, они сейчас такая жара, до 6 вечера на работе, придут, им надо отдыхать, а я попрошу, давайте съездим еще за соломой куда-то в деревню в ближайшую. Да нет, конечно, никто из них не поедет. Они на меня посмотрят, как на ненормальную. Добывать мульчу негде. Ходить где-то искать пилораму, опилки я тоже не буду. И вот это единственная причина, вот технические вот такие вот, ну как, несостыковки, по которой я не пользуюсь мульчой. Но я считаю, что этот способ достойный. И если он вам помогает, попробуйте. А, еще хотела сказать, что... Кто бы вам ни говорил, что мульча это хорошо, и мульча или мульча это плохо, пока вы сами не испытаете на себе, вы никогда не поймете, нужен вам этот способ или нет. И вот я, потому что у меня не было такого опыта, я своего такого авторитетного мнения никак не могу вам высказать. Как я могу вам сказать, хорошо это или плохо, человек, который ни разу не пользовался мульчированием. Но все-таки я как логически, я умом понимаю, что это возможно хорошо, что не нужно будет рыхлить, что не будет расти трава. Нынче я первый раз в жизни попробовала
агроткань, мульча, вот которая черная, и свое мнение о нем, вот о этом методе на ткани выращивать, на черной, я вам скажу. Вот про это я смогу вам уже составить свое впечатление, мнение, потому что я использовала этот метод, но мульчировать не мульчировала. И вот когда вы спрашиваете, почему вы не мульчируете, ну просто-напросто негде брать мульчу, и я считаю это лишними хлопотами для себя. Ну кого-то, может быть, этот метод спасет, кто-то вообще без ума от этого метода. Мне один мужчина в прошлом году в Однокласснике даже написал, что если я не мульчирую, значит это позор, я ничего не понимаю о земле и вообще я ничего не разбираюсь, выращивать без мульчи вообще невозможно и нельзя. Я никогда такие категоричные мнения не высказываю и считаю, что это неправильно. Я выращиваю всю жизнь без мульчи, и у меня все прекрасно. Но кто мульчирует, тот, если он доволен, то и хорошо, слава Богу. Я рада, что люди находят свои методы, которые им помогают выращивать урожай, как-то сохранять растения от жары, там, от сорняков. Все, до свидания, всего хорошего. Мы прожили без мульчи всю жизнь, но если кто-то мульчирует, и это ему помогает, то... Рассказывайте об этом методе, советуйте другим, высказывайте, рассказывайте о плюсах, о минусах. У кого-то, может быть, был негативный опыт. У меня опыта не было, у меня спрашивать бесполезно. Я ничего об этом не знаю. Все, до свидания.